Но пусть идет. Только пусть вернется. Я знал, что вы славные ребята. Скоро вернусь. Должен признать, ты умеешь обращаться с кровью. Никогда не думал обзавестись детьми. Дети не тролли. Кроме того, ведьмаки бесплодные. Ох, вижу, ты ничуть не изменился. Чуть тронь, сразу смердишь, как гнилая капуста. Ты здесь случайно оказался или кто-то послал? Роше и Дикста. А, значит, они обо мне не забыли. И как мило. Спасибо за помощь, Геральт. Я понимаю, дел у тебя много. Убивать всех этих чудищ. Я слышал, вы трое тоже решили кое-кого убить. О, значит, они... Славный у тебя дом в Белом саду. Только ты забыл прибраться перед отъездом. От сука. Я-то думал, что замел все следы. Как ты нашел эту нычку? Мне помог случай. В виде сковороды. Держи монокль. Треснул, но может пригодиться. Теперь помедленнее. Шевелись, плотва. Теперь помедленнее. Но! Теперь помедленнее. Держи. Спасибо еще раз, Геральт. Отсюда я и сам доберусь. Обязательно расскажу Дикстри и Роше, как ты Огу поднасрал. Бьюсь об заклад, они обосрутся от хохота. Слушай, в Изиме ты вроде был старьевщиком. Как ты вдруг стал сапожником? Просто выбрал наименее подозрительное занятие. Старьевщик — херовое прикрытие. Слишком много народу считает себя обманутыми. А мне не нужно было привлекать к себе внимание. Думал заделаться корчмарем. Людей они много видят. Каждый что-нибудь доскажет. Проблема только в том, что ты сидишь в этой своей корчме, как шавка на цепи. Никуда ты со своего двора не денешься. А башмачник может заехать куда угодно. В этом можешь не сомневаться. Я себе даже вон фургончик организовал. Красота. А то. Я на нем, сука, неплохое состояние сколотил с начала войны. Пехтура, она же вечно куда-то прется. А знаешь, что бывает, когда сапоги стерты? Ноги тут же в кровь сбиваются. Каждый солдат маму родную продаст ради годных сапог. Что будешь теперь делать? Ну как что? Вернусь в Новиград. Там вместе с Дикстрой и Роше будем выдумывать наш гениальный план. Никаких подробностей? Прости, брат, но хер я тебе что скажу. Сука, если бы дело касалось только меня... Я б тут же тебе все и выложил. Я если кому и доверяю, то только тебе. Но я работаю не один. Так что и решение принимать не мне одному. Лучше я помолчу. Ясно. Я понял. Бывай. Удачи тебе. Ох, она мне пригодится. Родовит та еще бестия. Но мы что-нибудь придумаем.
Точно тебе говорю. Скоро о его смерти весь север будет говорить. Постарайтесь только, чтобы не говорили про трех убийц, которых отправили на дыбу. Хе-хе-хе. Не боись, Геральт. Мы не пропадем. Бывай. Давно мы не виделись. Что ты, как ты? Нильфгард раздолбал разведку Темерии за одну ночь. Я едва ушел. Квасил с горя до тех пор, пока печень не сказала «хватит». И что теперь? Работа над ошибками. Все сначала. Верчусь по округе, слушаю, спрашиваю, вербую новых агентов. Как живешь? Как картофельное море. Сижу тихо, глаза не бросаюсь, рубаю картоху. Правду говорят, что ты любишь играть в карты? Я вообще люблю играть. В кости, в карты, в шахматы. Игра меня расслабляет. Ты от нечего делать спрашиваешь? Или хочешь поиграть? Хочу поиграть, только помни, меня хорошие карты интересуют, а не всякий мусор. Ты представляешь, сколько я собирал эту замудоханную колоду? Нет. Кстати, ты не знаешь еще каких-нибудь умелых игроков? Самое главное, с хорошими картами. В последнее время все только и говорят о каком-то Ламберте. Говорят, колода у него охеренная. Ты с ним, может, знаком? Он вроде ведьмак.
Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. В большой земле все такие малокровные. Все самое свежее. Подойди ближе, незнакомец. Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. Бывай. Плотва. Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свой товар. Бывай. Как вас вместе с Браном и похоронят? Я же хотел с ними разобраться.
забрать. Интересно, где его поставить? Таких уже пробовали. На берегу в Ларвике. Будет нас охранять от черных. Я принес в жертву лучшую кобылу. Это честь для меня. Здесь была хороша. Хороша будет и на том свете. Пусть она исправно служит нашему королю. Когда-нибудь мы с ней еще встретимся. И с королем Браном мы все еще свидимся. У нас тут неприятности с Мюрдьябри, ну, с утопцами. И неприятности такие, которые твой серебряный меч как раз разрешит. Дай-ка угадаю. Рвут сети, жрут рыбу, а иногда нападают на одиноких моряков, если кто ночью возвращается по берегу из корчмы. Если б только так. В нашем заливе твари хуже, чем на большой земле. Как после захода солнца нападают, так и днем. Наш-то не только на рыбаков охотится, но и на воинов. Их тела потом море выбрасывает, доспехи разорваны в клочья, кишки выжраны. Странно. Есть какие-нибудь свидетели? Рюрик, мой ученик, был в лодке, на которую Мюрдьяблин напали. Есть еще Туве, у которой убили мужа. Она живет здесь, недалеко, немного выше. Боюсь, никого больше не припомню. Те, кому приходится иметь дело с этими тварями, редко возвращаются живыми на сушу. Я принимаю заказ. С утопцами я уже не раз имел дело. Скоро все будет кончено. Вот тебе мое слово. Не страшный, морской дьявол. Думай, что делаешь. Прости, что беспокою тебя своими несчастьями, но у меня просто нет выбора. Что случилось? Мой корабль разбился во время последнего шторма. Я потерял все. Чем я могу тебе помочь? Мне не на что даже вернуться домой. А каждый день опоздания приближает меня к банкротству. Ну да, можно было бы догадаться, дело в деньгах. Значит, тебе нужен заем, точнее, пожертвование. Я верну все до последнего медика, клянусь. Просто зайди ко мне в Новиграде. Я тебе помогу. Я часто бываю в Новиграде, так что охотно тебя навещу и спрошу, как идут дела. Благодарю. Ты найдешь меня в портовом квартале. Меня зовут Йохан Боннер. В таком случае до встречи. Жизнь среди живых.
в этом нет нужды, дитя. Знаю, но я хочу. Какая молодая. Пусть бы Бирна пошла, а не дольше ложа делить. Тихо. Она так решила. Отлично выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Торжественная речь. Король Бран из клана Тирших собрался в свое последнее путешествие. Там, куда он уйдет, он встретит наших славных предков. Вместе они станут ходить в налеты и на охоту. Сядут в братском кругу и будут славить деяния былых времен. Теперь он будет жить в сердцах наших. А однажды мы все станем с ним плечом к плечу. И это будет добрый день. Ты чудесно пахнешь. Геральт, мы на похоронах. Ты чудесно пахнешь на этих похоронах. Кланы суть Скеллиге. По обычаю, на время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились с Браном. Время выбрать его преемника, который поведет нас против черных. Двор Каэртрольда распахнет двери для каждого, кому был дорог Бран из клана Тирших. Еды и питья хватит на всех. Во время тризны назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны. Я не видел тебя 2 года. Хочется забрать тебя в уединенный домик на берегу моря. И не выходить оттуда неделю. И что бы мы там делали столько времени? У меня есть кое-какие мысли. Та, в которой фигурирует веревка для трофеев, меня прямо заинтересовала. Ты опять читаешь мои мысли? Более того, мне они нравятся. Ты узнал что-нибудь в Велине? Сири каким-то образом попала к тамошнему барону Самозванцу. Он держит в страхе всю округу. Незадолго до Велина Сири ранили. Она была ранена? Серьезно? Не думаю. Барон вскоре отправил ее в Новиград. Подозреваю, что она искала тебя. До барона она попала в лапы 3 ведьм. По счастью, она сумела сбежать. Ведьм? Не знаю, что это за твари на самом деле, но они очень опасны. К
Кстати, о ведьмах. В Велине я встретил нашу старую знакомую, Кейру Мец. Что она делает в такой дыре? Скрывается от охотников за колдуньями. Она сказала, что Цири искал какой-то эльфский чародей. Хорошо. Когда будет больше времени, мы к этому еще вернемся. Цири в Новиграде хотела снять какое-то проклятие. Когда я приехал, ее уже не было. Ты уверен? Это рассказал Лютик. В этот раз без художественного вымысла. А что за проклятие? Я почти ничего не знаю. Цири попала в переделку и не успела довести дело до конца. Я нашел филактерий, который она собиралась зарядить. Потом дашь мне на него взглянуть. А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией. Очень необычная. Я не встречала ничего подобного. У меня предчувствие, что причиной всему была Цири. Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства. Они появятся, если я смогу исследовать аномалию. Но мышавуры и его друиды никого к месту катастрофы не допускают. Мышавур возглавляет круг друидов на Скеллиге. Я не видел его с... С тех пор, как Цири была маленькой девочкой. Сомневаюсь, что ты сможешь с ним договориться. Даже на правах старого знакомого. Почему мышавур тебя не пускает? Скажем, мы разошлись во мнении. Громко и сильно разошлись. О, Крах. Белый волк! Приветствую тебя, Крах. Нам надо встретиться на Тризне. Я не приму никаких отговорок. У меня к тебе важное дело. Наш уединенный домик подождет. С Крахом Анкрайтом отношения лучше не портить. На Перу я буду в черном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовищ. Йен, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублеты. Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристойно. Я сняла комнату в корчме. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо еще кое с чем разобраться. Встретимся у входа в зал. Подойди ближе, незнакомец. Приветствую. Что хочешь купить? Бывай. Первостатейный разбойник. Путников на постоялом дворе грабит. А ты сплетнютый. Добро пожаловать. Как щука карася. Это еще почему? Потому, если в живот мечом получишь, и вся эта селедка с кишками перемешается, тебя уж точно не спасут. Вольмер верно говорит. Ведь походом нельзя ни пить много, ни есть. Зато потом, сколько влезет. Пришелец. Химдаль хранит клан Тирших.
Сучьи дети! Нильфгардцы грёбаные! Но ветра поможет, да, но чего да, он здесь ищет? Ну, как он себе выпивку и вдруг что? Вербена, лебесток, ромашка. Ромашка, зачем? Хочешь купить что-нибудь из моих запасов? Покажи свои товары. Thank you.
Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Thank you.
Лебесток? Ромашка? Ромашка, зачем? От желудка? А лебесток? Для любви. А от чесотки что-нибудь у тебя есть? А то у меня от этой любви последнее время все чешется. Тирша, мужественный наш он. Чужеземцы тоже велика могут поучаствовать для всех нас. И слава границ не знаю. Без тебя ничего. Идеальная комната для Йен. Она всегда любила простор и роскошь. Закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафрахтовала, как всегда. Черная и белая. Чучело единорога. Мегаскоп. Я смотрю на без него никуда. Как говорила Филиппа Эльхарт, мегаскоп – вещь столь же личная, как зубная щетка. Она по-прежнему не расстается с отравленным источником Тиса и Даврия. Глотни, Рома, сразу румяным станешь. Ты б крови выпил, а то бледный жуть берет. Говорят, тебя Ильгар дал познаком, что ждет твоего сына. Да, она кинула его пуповину в воду, и та свернулась в форме ужа. Знаете, что это значит? Что? Знаю я таких. Ты должно быть не местный. Просто в ловушке. Нет, кое-что другое. Предсказание мне даже... Просто там. Приветствую, я Геральт. Ведьмак, прозванный Белым Волком, знаю.
Тебя здесь уже успели обсудить вдоль и поперек. Ищешь место за столом? Я справлюсь. Пока я хочу просто поговорить. Нравится мне здесь. Еще бы. Когда я приехал с Ундвика, здесь были одни развалины. Чайки срали в кружки сквозь дыры в крыше. Я купил этот сарай, засучил рукава и сделал из него приличное место. Почему оно называется Новый порт? На Ундвике у меня был старый порт. Несколько старых клиентов до сих пор заходят вспомнить прежние времена. Чем это у вас так вкусно пахнет? По правде сказать... От Гвинта